Стать спасателем, пусть и ненадолго, всего на 3 часа. Узнать о буднях одной из самых героических профессий. Первая пожарная часть Федеральной пожарной службы по Ненецкому округу решила отметить 81-ю годовщину гражданской обороны днем открытых дверей. Мероприятие запланировано на 3 октября. Завтра двери спасательных и пожарных подразделений распахнутся для жителей города и гостей Нарьян-Мара. Будет организован смотр специализированной техники, и всех желающих принять участие в празднике ждут по адресу улица Первомайская, 29, с 14 до 17 часов.